Больница Пирогова появилась в Самаре почти полтора века назад. Сначала называлась Земской. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался Ивако-госпиталь. Раненых солдат сюда свозили тысячами. Спасти им жизнь удалось только благодаря самоотверженности врачей. В то время докторов в больнице не хватало, многие из них ушли на фронт, а те, кто остались, сотворили в тылу настоящий медицинский подвиг. За вклад в победу над фашизмом коллектив больницы награждают знаменем Самары с памятной лентой. Это нас очень удушевляет, я думаю, вдохновляет на дальнейшее оказание высококвалифицированной качественной медицинской помощи. Почетные награды также вручили коллективам завода «Салют», где в военное время выпускали бронефюзеляжи для штурмовиков Ил-2, и театра оперы и балета, где состоялась премьера Ленинградской симфонии Шостаковича. Это поистине историческое событие. Оно очень радостное, оно очень благодатное с точки зрения той памяти о наших предках, отцах и дедах, которые в военные годы в Самаре очень-очень много сделали. Подарком для жителей города стало выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Песню, ставшую гимном победы, люди слушали стоя. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, «События».